Четыре женских знака зодиака, от которых мужчины просто млеют. Они буквально сходят с ума. Женщина просто создана для того, чтобы мужчина восхищался ею и боготворил. В принципе, к этому стремятся многие дамы, и у многих это хорошо получается. Но от женщин, родившихся под этими знаками зодиака, мужчины сходят с ума. И хоть каждая женщина по-своему необыкновенна, эти дамочки действительно ого-го какие. И хоть, конечно же, успех далеко не зависит от знака зодиака, но фундамент все-таки закладывает. Четыре женских знака зодиака, от которых мужчины просто млеют. Скорпион. Она могла бы написать книгу о том, как надо ходить, разговаривать и выглядеть, когда очаровываешь мужчину. Она очень обворожительна. Только совсем безразличный мужчина не отреагирует на страсть в ее глазах и голосе. Не произнеся ни звука, она способна говорить о любви на всех возможных языках. Когда она встречает привлекательного мужчину, она знает, как выделить его из толпы. И это происходит задолго до того, как он успеет заметить какую-либо другую женщину. Ему нет смысла сопротивляться. Выбора не останется, неодолимая сила действует на крайне податливый объект. Даже если она не очень хороша собой, ее большие гипнотические глаза задушат волю к сопротивлению. Он поймет, как чувствует себя несчастный кролик, которого гипнотизирует кобра. Она не любит скучных партнеров. Куда бы она ни направлялась, она любит путешествовать первым классом. И вам лучше улыбнуться и заплатить. Если вас шокирует ее манера обращаться с деньгами, не показывайте этого, иначе вы вместе с вашими деньгами скоро окажетесь забыты. Ее энергии хватит на нескольких женщин. Она любит хорошо работать и хорошо развлекаться. Чем бы она ни занималась, она склонна к излишествам. Это может очаровывать, но утомляет. С ней вы никогда не соскучитесь, но вам захочется более спокойной, уравновешенной жизни. К любви она относится серьезно. Так же, как и мужчина этого знака, она плод собственных страстей. Ее страсть к жизни существует независимо от мужчин. Поэтому они не в состоянии ей сопротивляться, они стремятся ее подчинить себе. Но если даже это им удается, они вряд ли могут проникнуть в тайные глубины ее скрытой чувственности. Женщина-скорпион может быть верной любовницей, которая будет защищать вас перед другими, бороться за вас в самых трудных условиях, наплевав на мнение соседей. Не отступайте и не сдавайтесь, иначе ее энергия обратится против вас. Близнецы. Она одна в состоянии заменить целый гарем. Десяти разным женщинам будет непросто соперничать с ее виртуозностью. Как джин из бутылки, она будет появляться каждый раз иной, заставляя вас восхищаться, испытывать таинственность и попадать под ее очарование. Она в состоянии привлечь внимание любого, поскольку она чудесный собеседник, остроумный и очаровательный. Кроме того, она внимательный слушатель, который с интересом отнесется к вашим проблемам. Расскажите ей о своих намерениях, желаниях, опасениях и приготовьтесь выслушать ответы. Некоторые видят определенную самонадеянность в попытке решить чужие вопросы собственными способами. Но это не относится к близнецам, они любят анализировать ситуации, искать мотивы и предлагать советы. Она легко заводит друзей, но, как правило, не бывает заинтересована в длительной, более требовательной дружбе. Она постарается как следует, чтобы ее друзья были счастливы. Она сумеет, кстати, отправить очаровательную записку, вовремя позвонить, сказать комплимент. Для всех друзей она кажется милой и сердечной, но ни у одного не будет на нее прав. Ей хочется всем нравиться, хотя сама она не обязательно привязана ко всем. Обычно она испытывает недовольство, если кто-то отнимает у нее слишком много времени или сваливает на нее проблемы, которые она уже решила к своему полному удовлетворению. Она постоянно ищет новые выходы для своей летучей энергии. Она готова отправиться куда угодно прямо тотчас, не взвесив за и против, и часто в состоянии принять важные решения столь же стремительно, не подумав. Она полагается скорее на свои рефлексы, чем на суждения. Ей довольно сложно заниматься долго одним и тем же делом, поскольку она быстро увлекается чем-нибудь новым. Ничто другое, как новизна, не увлекает ее так сильно. В результате она не доводит дело до конца. Она честно старается это сделать, но не может. Как только она оказывается на полпути, ей уже хочется свернуть на какую-нибудь неизведанную дорожку, которая, как ей кажется, сулит нечто интересное, увлекательное. Будучи очень эмоциональной, она в состоянии проиграть целую гамму, когда остальные успеют взять лишь три ноты. Однако ей самое трудно подчинить себя одной эмоции, как и ограничить себя одним любовником, одной работой, одним планом. Не старайтесь привязать ее. У нее свободный дух, неподходящий для птички в золотой клетке. Ничто не поднимает ей так настроение, как приезд в городок, который она любит, или, напротив, отъезд из ненавистного. Точно так же она относится и к людям. Ей необходима умственная совместимость с партнером,
она не согласится на неравное положение. Она скорее будет деловой женщиной, чем домашней хозяйкой. Правда, какую бы из этих дорог она ни предпочла, она прекрасно справится со своими обязанностями. Однако, если она будет действовать против собственного желания, то быстро потерпит фиаско. В отношениях с мужчинами она нередко играет в бессердечные игры. Но оскорбленный обычно склонен прощать и забывать, если она готова принять его. Те, кто сможет с ней общаться, будут довольны. В конце концов, где еще найти женщину, настолько украсившую вашу жизнь? Она очаровательна, любит вас подразнить истинная женщина. Лев. Она постоянно выставлена на показ, прекрасное ювелирное украшение в витрине магазина, у которой все прохожие замирают в восхищении. На важном общественном мероприятии она окажется лучшим украшением. Даже если она временно находится за кулисами, она чувствует себя звездой, ожидающей выступления перед восхищенной аудиторией. Для нее нет ничего важнее мужчин, увлеченных ею и выражающих свой восторг. Сама она при этом не всегда влюблена. В определенном смысле она выставляет интим на продажу, но ее плата – удовлетворение, которое она испытывает от мысли, что ее так высоко ценят. Она не только должна занимать важное место в жизни партнера, но быть единственной. К ней самой, однако, подобные ограничения не относятся. Она хочет оставаться совершенно свободной в выборе новой жертвы. Обычно это не отнимает у нее много времени. Жертва сама охотно идет навстречу. Женщины-львы – самые известные охотницы. Она любит людей, но эгоистична. Она предпочитает доминировать, но пользуется уважением. Тщеславна, но добра, соткана из противоречий, чужие проблемы воспринимает лишь через призму собственного «я». Она нетерпелива, непредсказуема, привлекательна. Эмоции ее обычно поверхностны. Она часто влюблена, но редко способна любить. Она лишена способности подчинить себя другому человеку, не умеет давать. Если любовная связь становится чересчур удобной, она начинает лениться и воспринимает все происходящее в постели как должное. В результате тот огонь, который она зажгла в любовнике, затухает. А без необходимого ей обожания ее собственные интимные желания постепенно умирают. Чтобы быть в форме, ей необходимы перемены. Но из-за ее праздной натуры перемены затруднительны. В результате она нередко оказывается в тупике. Она предана тем, кто любит ее, если же привязанность к ней исчезает, она уходит. Она часто может оказаться замешанной в любовном треугольнике, сталкивая двух мужчин лбами. Она счастлива, только когда она в центре внимания. Если люди не следуют ее правилам, она никогда не обвиняет в этом себя. Страдая от эмоционального срыва, она склонна драматизировать ситуацию, разыгрывая роль трагической героини. Это розыгрыш, стремление добиться эффекта, а не проявление истинных эмоций. По правде говоря, она сама создает проблемы. Она считает себя чересчур идеалистичной, поэтому часто испытывает разочарование. Нередко она любит не того человека или отвергает нужного за счет своей слишком высокой требовательности в любви. Она обладает редким талантом провоцировать собственные несчастья. Она беспечно относится к деньгам. Любит их тратить, и в основном на себя. Это существо, любящее роскошь, поэтому предпочитает партнера, способного ее обеспечить. Всегда потакает собственным слабостям. Часто бывает в парикмахерской, покупает вызывающую одежду, обожает драгоценности и меха. Одно из ее любимых хобби – украшать постоянно свой дом. Она преподносит дорогие подарки, устраивает экстравагантные вечеринки. Прекрасная хозяйка, она способна развлечь гостей, окружив их вниманием и заботой, однако это не касается непрошенных гостей. Как можно рассчитывать на гостеприимство, если она лично не приглашала? Другие женщины завидуют ей, потому что все привлекательные мужчины будут около нее. Она притягивает мужчин, возможно, потому, что она считает справедливым то, что они отдают ей должное. Если она улыбается мужчине, это может быть обманчивым, поскольку далеко не всегда означает, что он ей понравился. Она постоянно нуждается в восхищении и будет флиртовать с любым, чтобы добиться его. Сопровождающий ее мужчина, однако, ни на секунду не должен дать ей возможность усомниться в том, что она солнце на его небе. Это недопустимо. Несправедливо, разумеется. Однако это так. И мужчина, испытывающий к ней интерес, должен научиться жить по таким правилам. Водолей. Ей не нравится, чтобы на нее смотрели как на объект вожделения. У нее высокие требования, которых она не стремится занижать. И она настаивает на том, чтобы любовник относился к ней с должным уважением. Она не любит, чтобы ее торопили. Если вы пришли на первое свидание, не рассчитывайте завершить его в постели, потому что ничего не получится. Второе свидание тоже вряд ли приведет вас в ее спальню. Она не жеманится, но вам придется убедить ее в том, что вы не считаете ее девочкой на одну ночь.
Женщина Водолей чувственна и обладает очень сильным интеллектом. Она живет в основном умом. Друзья вдохновляют ее. Она любит вечеринки и людей, прекрасно чувствует себя в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. В основном честная и открытая, она не умеет лгать, поскольку не хочет быть неправдивой. Если она любит кого-нибудь, то обычно раскрывает перед ним душу, часто не очень уместно. Водолеи женщины участвуют в чужой жизни. Иногда дают никому ненужные советы, которые никто и не собирается выслушивать. Она берется за мужскую работу. Если необходимо, она может работать автомехаником, строителем дорог, каменщиком. Но чаще всего она занимает достаточно высокие посты. Ей нравится добиваться чего-нибудь. Она идет навстречу любой новой возможности, принимает на себя ответственность за новые дела, потому что чувствует, что она добьется любой цели, выполнит любое порученное ей дело. Поскольку она умна, хочет попробовать себя на разных поприщах, понимает мотивы, движущие людьми, то обычно ее начинания успешны. Она хорошо умеет работать в коллективе, а еще Джон Рокфеллер сказал, что заплатит за это качество больше, чем за любое другое. Она истинный гуманист. Ее очень волнуют мировые проблемы. Ее ищите на передовой баталии за социальную справедливость, и вы не увидите ее среди потерпевших поражения. Она чувствительна к страданиям окружающих. Однако она не требует любви и понимания взамен ее усилий. Она настолько увлекается самой работой, что теряет из виду самих людей, ради которых она старается. Даже когда она проявляет к ним достаточно большой интерес, она держится нейтрально и отчужденно. Кроме того, она личность, имеющая достаточно храбрости для отстаивания до конца собственных убеждений. Если ее план завершился неудачей, она не впадет в депрессию, поскольку знает, что на ошибках учится. Стоящее дело, закончившееся провалом, значит для нее больше, чем менее крупное, принесшее успех, поскольку это призыв попробовать свои силы вновь. Например, многие женщины Водолея верят в оккультизм, и вы не сумеете их разубедить. Если они уверены в чем-то, их не смутить никакими аргументами и даже фактами. Она любит красивые вещи, включая и человеческое тело. Лучше вам не забывать делать ей комплименты относительно ее фигуры. Ей необходимо, чтобы ее ценили. Она необыкновенно аккуратна. После всего, что произошло, когда вам лень пошевелиться, она может встать и начать оправлять постель. Она может быть настойчива, нервная, если разочарована чем-то, сварлива. Другой недостаток – склонность к большим тратам и экстравагантным личным удобствам. Разумеется, она не согласится с тем, что это недостаток. Она не любит людей, которые заняты только денежными проблемами, считая их мелкими и немного полоумными. Единственный толк в деньгах – это то, что на них можно купить. И она пойдет на многое, чтобы получить то, что хочет. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.